Всем привет! Вы на канале Сам Себе Повар. Меня зовут Светлана, и сегодня я вам предлагаю рецепт шарлотки. Но она будет необычная шарлотка, она будет приготовлена из цельнозерновой муки. Я буду использовать полбяную муку, но думаю, вполне можно использовать и обычную цельнозерновую пшеничную. Вот такая она у меня получилась, пышненькая, легкая, воздушная. Очень удачный рецепт, всем рекомендую. Поэтому давайте приступим. Разбиваем в миску 3 яйца, добавим щепотку соли, приготовим сахарный песок и миксер. И теперь нам нужно взбить яйца в крепкую пену, которая не будет исчезать с поверхности несколько секунд. То есть точно так же, как мы это делаем, когда готовим бисквит. Вот посмотрите, какая крепкая должна получиться пена. Ну и теперь добавляем сюда муку, просеянную и смешанную с разрыхлителем, аккуратно, стараясь не осадить пузырьки воздуха, которые образовались. Ну вот такое тесто получилось. Оно достаточно жидкое. Теперь возьмем форму. У меня форма 18 сантиметров. Выливаем примерно треть бисквита. И распределяем равномерно по дну формы. Теперь выкладываем уже очищенные от кожицы и порезанные яблоки. У меня здесь 250 грамм яблок. Ничего не утрамбовываем. Теперь поливаем сверху оставшимся тестом. Слегка потрясем форму и отправим в духовку выпекаться на температуру 180 градусов. Потом я скажу, сколько времени понадобилось в моей духовке. В моей духовке шарлотка выпекалась 40 минут. Вот я выложила ее на тарелку. Смотрите, какая красота получилась. Она очень пышненькая. Несмотря на то, что мука использовалась цельнозерновая, шарлотка получилась очень нежненькой, мягенькой. Поэтому всем рекомендую этот рецепт. А я, как всегда, желаю вам удачи, большой и маленькой. Готовьте с настроением, кушайте вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!